Труп женщины обнаружили вблизи многоэтажного дома Петропавловска. Инцидент произошел во второй половине дня, когда большая часть жителей находилась на работе. Улица Маяковского, 96. Стоит полиция, лежит труп. Непонятно, то ли спрыгнул с окошка, то ли что. По неподтвержденной информации, горожанка выбросилась из окна тех этажа 12-этажной новостройки. Было ли это случайностью или преднамеренно, выяснит следствие. Полицию и скорую помощь вызвали прохожие. Правоохранители ЧП пока не комментируют.